Футбольный клуб «Химки» выберет самую красивую болельщицу. В округе стартовал конкурс, в котором могут принять участие девушки от 18 до 35 лет. Для первоотборочного этапа нужно лишь скачать анкету на сайте клуба и вместе с фото отправить организаторам. На изображении девушка должна быть обязательно с атрибутикой команды. Остальное для участницы неважно, рост и вес жюри оценивать не будет. Главное, чтобы болельщица хорошо знала историю футбола, клуба и была разносторонне развита. Конкурс проводится в целях популяризации футбола среди женского населения. Вот, для привлечения на стадион женщин, я думаю, девушек. Популяризации, да, посещения семьями футбола. Финал состоится в апреле. Помимо призов и титула победительницы, девушка получит право защищать клуб «Химки» в финале конкурса «Мисс ФНЛ Фонбет», который пройдет в конце мая в Москве.